огонек у вас внутри, у всех. Явите его в мир. Позвольте себе засветиться этим светом. Но для этого потрудитесь. Меняйте себя. Будьте очень внимательны к обстоятельствам, которые вас смущают. И прежде всего внимательны к тому, а не причина ли вы того, что что-то смутилось вокруг вас. Правильно ли вы все сделали? Поэтому если вы верующие, беретесь быть верующими. Каждодневная забота о том, достойно ли вы делаете свой шаг, должна быть у вас постоянно. И тогда вы сделаете все, что от вас ожидается. Ради чего вы родились, появились на этой земле. Сделайте то, ради чего вы родились еще и именно в эту эпоху. Именно в это время, именно сейчас, претерпевая многочисленные разнообразные трудности, непонимание ближних, осуждение других, кого-то из тех же ближних. Но тем не менее, стремитесь сделать то, от чего не просто зависит и ваша жизнь, но и тех, кто вас осуждает. Их жизнь также решается вашими делами. Ну, сейчас традиционно помолчим. Объединимся душою. И вы шагнете к следующему рубежу, который определяет год следующий. Возможно, это будут преграды много больше, чем ранее. Но вы же достойно устремленные, а значит, вы сделаете все, что нужно. И поможете многим. С праздником вас, дорогие друзья! Желаю вам счастья. Очень желаю, чтобы вы больше радовались, чем грустили. Но это все приходящее. Оно придет. Главное — идти. Дорогу осилит идущий. Так идите. Стараясь не спотыкаться. А если уж упали, поднимаетесь. Это не трагедия. Главное встать и опять пойти дальше. Это вы можете. Не забудьте простую подсказку, которую я уже успел дать вам. Не победить в этом случае, о котором мы говорим, могут только те, кто этого не желает. Это очень простая истина. Потому что у каждого из вас возлежит именно та дорога, именно с теми испытаниями, которые именно вы и должны пройти. Эти испытания рассчитаны на вас. На ваши максимальные возможности, которые вы вполне можете проявить. А значит, если вы где-то увидите, что оказались как будто бы не способны что-то сделать, вы не захотели этого сделать.
потому так и было.